Здорово, чуваки, сейчас я вам покажу очень эффектный фокус с картами, потом же, конечно, я ему обучу. Давайте посмотрим, как он выглядит. Мы берем огненную колоду карт, демонстрируем зрителям. И теперь можем даже немножко перемешать карты, можем не перемешивать. И просим одного зрителя поснять в любом месте. Например, вот здесь. Он берет себе одну карту, мы это все дело накрываем, перемешиваем еще раз. Можем опять не перемешивать. И просим второго зрителя тоже поснять в любом месте. Например, вот здесь. Второй зритель тоже себе берет какую-то карту. И таким образом у нас появилось две любые карты у двоих зрителей. И если мы эти две карты перевернем, у нас получится у одного зрителя дама, черви, а у второго дама бубень. Вот такое вот проявление двух дам двумя зрителями. И после чего можно дать колоду карт на проверку, что зритель сам поснимет. Например, король пики, да, то есть поснимет еще туз пики. Самый обыкновенный колода карт, нет ничего необычного, самый классный фокус, ну а мы переходим к обучению. Ребят, если вам понравился этот фокус, давайте наберем тогда 40 лайков, и следующее видео я выпущу нереально очень эффектный фокус, ну и при этом очень сложный. Поэтому это будет очень интересное видео, я уже знаю, что я буду снимать, поэтому давайте набираем 40 лайков, сразу выпускаю сложный эффектный фокус. А сейчас мы переходим все-таки к обучению этого фокуса. Вам необходимо взять Джокера, либо же любую другую карту. И, например, двух дам. Даму Буби, даму Черви. Подготовка. Кладем даму Буби сверху, даму Черви сверху. Берем Джокера лицом к вам. И вот таким вот образом его выгоняем. Все. И берем еще одну любую карту и кладем сверху. Ну, чтобы не спуриться, что эта карта так вот, ну, отпирает, как бы. Теперь мы просим... мы сами демонстрируем колоду карт, типа, что все честно. Показываем зрителю. И теперь мы просим зрителя поснять в любом месте. Но если мы просто просим зрителя поснять в любом месте, это будет нечетко. Поэтому мы немножко перемешиваем карты. Берем примерно где-то половину и просто сверху налистываем. Все. Таким образом, у нас в середине где-то лежат две дамы. Как бы зритель не поснял, вот реально, как бы он не поснял, он все равно поснимет на Джокере, и здесь будет дама. Это проверено уже не раз. Вот он берет, поснимает, по любой поснимает на Джокере. Один зритель берет себе даму, вы берете, все накрываете сверху, подравниваете, забираете колоду, еще раз прям перемешиваете. Видите, у вас где-то Джокер внизу. Это плохо. Теперь убираете сверху колоду карты и как бы опять накидываете. Ну, чтобы примерно где-то было в середине. Второй зритель тоже берет, подснимает. Видите, он все равно подснял на Джокере. И берет себе вторую даму. То есть уже две дамы проявилось. Пусть еще вы берете эту стопку там, где были дамы, и накрываете сверху. Таким образом, если сейчас зрители подумают, что у вас специальная колода, которая подснимается на каких-то картах, ну, когда после того, как вы проявили двух дам, вы можете этих двух дам опять засунуть куда-нибудь в центр. Вот. А Джокер-то у вас внизу. Поэтому... Блин, карту повел. Поэтому у вас... Короче, все будет нормально. Вот. И теперь зрители будут подснимать, они будут подснимать на разных картах, на дамах они никак не подснимают, потому что Джокер внизу. Или вы даже можете вообще взять этого Джокера, ну, вот таким вот образом, как бы выдвинуть его сюда, и вот таким вот образом его смять. Ну, не смять, как бы просто перевести его снизу наверх, и таким образом он выровняется. И тогда вообще можно дать колоду на проверку. Я вот так сюда делаю, например, сейчас. На Джокера найти. Сейчас, Джокер. Вот, когда Джокер лежит внизу, согнутый, да, вот таким вот образом, вы просто его берете, таким образом выдвигаете под рукой и перемещаете его наверх. И он уже выровнялся, и все, можно дать колоду на проверку зрителю. Вот такой вот эффектный фокус с картами. Обязательно ставим лайк. Помним то, что я обещал за 40 лайков, поэтому помоги мне набрать 40 лайков, чтобы я выпустил это крутое видео. Так что всем пока, ребята, удачи. Ставим лайки и подписывайтесь на мой канал.